Всем привет, ребят, с вами Карина, и добро пожаловать в КАЗ. И сегодня вы увидите, как я создавала журналистку. Создать именно такого персонажа я решила не просто так. Все дело в том, что на прошлом стриме я также создавала Симочку, и кто-то из ребят написал мне в чат, что персонаж напоминает журналистку. И меня вот прям очень сильно это зацепило, и я решила, что все, я хочу создать журналистку уже именно со своей историей. И в целом вообще слово журналистика достаточно часто встречается в моей жизни в данный момент, потому что я учусь на направлении рекламы и связи с общественностью, где мы также изучали историю журналистики, и достаточно часто вообще у нас журналистика выплывает, и мы что-то также изучаем. Поэтому эта идея мне понравилась вдвойне, и я очень и очень сильно вдохновилась. Ну и как мы с вами знаем, у каждого персонажа есть своя история, поэтому давайте узнаем, что же из себя представляет наша Симочка. Если вы еще не знаете трудолюбивых и упорных людей, то самое время познакомиться с Ребеккой Кроссман. Эта девушка та еще трудолюбивица. В свои 22 года она не посещает клубы и места подобного рода, не гуляет целыми днями, не зависает в компьютере или в телефоне, как это делают ее сверстники. Вместо этого Ребекка полностью погружается в свою работу, а работает она журналистом. Еще с раннего возраста девушка любила писать и читать, и все вокруг твердили ей, что у нее получаются очень интересные и, что немаловажно, грамотные рассказы или истории. Ребекка частенько сочиняла различные сказки или истории на досуге. Также отмечу тот факт, что у девушки с детства хорошо поставленная речь, и это является огромным плюсом в ее работе. Сейчас она живет в съемной квартире в Сан-Мишуне и работает в местном издательском доме. Она обожает свою работу и полностью отдает ей себя. Девушка может не спать ночами и писать различные статьи. Кстати говоря, она мечтает, чтобы когда-нибудь ее собственная статья попала в мировые СМИ, и ее имя стало популярным. Но Ребекка не так сильно гонится за популярностью. Ей важнее грамотно и правильно выполнить свою работу и самой остаться довольной. Что касается личной жизни нашей героини, то у нее достаточно внимания от противоположного пола, но в данный момент отношения ее не интересуют, так как времени на это у девушки просто не хватит. В целом, Ребекка неплохо зарабатывает и может обеспечить не только себя, но и своих родителей, которые живут в Глимербруке. Надеемся, что в будущем все мечты Ребекки сбудутся, и она будет гордиться собой. Ну что же, вот такая вот история у нашей Ребекки, и теперь давайте мы с вами поговорим о ее характере. Итак, в кассе у нее есть такие черты, как книжный червь, дружелюбная и уважительная. В принципе, я думаю, что долго рассуждать о черте характера книжный червь не стоит. Давайте мы уж с вами поподробнее обсудим такие черты, как дружелюбная и уважительная. Я не случайно сделала Ребекку дружелюбной. Все дело в том, что в моей работе, что в работе журналиста, мы общаемся с людьми, то есть нам нужно уметь выстраивать с ними диалог, выходить на контакт и в целом поддерживать разговор. Поэтому я думаю, что человеку, который не очень любит выходить на контакт и, в принципе, знакомиться с какими-то новыми людьми, было бы достаточно сложно стать журналистом, и поэтому я наделила Ребекку именно такой чертой характера. Но в целом это не только относится к ее работе, а сама по себе Ребекка очень дружелюбный человек, она любит новые знакомства, она любит общение, хоть и сейчас у нее слишком мало времени на это. Если что, то я имела в виду, что у нее нету времени на общение именно вне работы, а то вдруг вы меня неправильно поняли. Итак, и следующая наша черта характера — это уважительная. Если честно, то я не смотрела описание этой черты характера в кассе, я просто для себя как-то поняла, что это что-то вроде воспитанности персонажа, и поэтому я так и продолжаю, собственно, думать, и сейчас я вам объясню, как же это относится к нашей Симочке. Ребекка знает правила этикета, она уважительно относится к старшим, и в целом она очень и очень воспитанный человек. Также эта черта характера помогает ей в работе, то есть если ей нужно взять интервью какого-то незнакомого, например, человека, то она знает, как правильно себя вести и какие вопросы задавать стоит, а какие нет. Ну и еще одну черту характера мне хочется добавить лично от себя. Я решила, что Ребекка будет такой достаточно загадочной. Давайте обсудим, что же это значит. Если Ребекка общается, например, по работе или с другом там, или с подругой, то она не особо любит рассказывать много информации о себе, то есть даже если у нее есть близкие друзья, то на самом деле они знают о ней, ну, очень и очень мало. И вот ей всегда хотелось, чтобы они вот так вот и знали немного, и у нее была какая-то загадка, какая-то изюминка, чтобы вот все понимали, что эта девушка с загадкой.
загадкой, что вроде бы она такая, какая она есть, но все не так просто, и внутри может что-то скрываться. И, конечно же, ей хочется, чтобы в один день, не знаю когда, но тем не менее эта мечта есть, в ее жизни появился человек, который раскроет эту загадку, и сама Ребекка будет не против этого и позволит ему это сделать. Я думаю, что я рассказала вам все о характере данной симочки, и давайте теперь мы с вами обсудим ее внешность и ее стиль. Что касается внешности, то изначально в моей голове был образ Ребекки как такой длинноволосой брюнетки, но потом я решила, что как-то очень часто у меня у персонажа длинные волосы, пора бы уже сделать что-нибудь покороче, как-то так поинтереснее уже выглядит это. Я так и сделала, и потом поняла, что ей также идет черный цвет волос, и я решила, что да, все, мне очень нравится этот ее образ, и я решила на этом остановиться, и в целом думаю, что это было достаточно правильное решение. Еще мне очень симпатизируют ее черты лица, мне очень нравится ее форма глаз, форма носа, форма губ, какие они такие пышненькие получились, форма ее челюсти. Ну и что тут скрывать, мне очень вообще в целом нравится вся эта симочка. Ну и что касается ее стиля, здесь я подходила с максимальным вдохновением, очень я старалась сделать действительно такие модные, стильные образы. И еще, может быть, вы заметили, что в принципе практически во всех нарядах, ну кроме там, естественно, спального костюма и купального, у нее есть макияж, и это сделано не просто так. Все дело в том, что благодаря ее работе она частенько выходит в свет, то есть посещает различного рода мероприятия, естественно, ей нужно выглядеть презентабельно и привлекательно. Ну и еще не знаю почему, все вообще ее образы, но опять-таки кроме нескольких нарядов, у меня вот прям сразу ассоциировались с ее работой, что это прям вот журналистка-журналистка, я не знаю, почему у меня такая ассоциация, вот я прям, когда выбирала одежду, я прям сразу представляла, да, все, она точно выглядит как журналист, хотя у них нет какого-то определенного своего стиля, по крайней мере, я перед тем, как создавать этого персонажа, заходила в интернет и пыталась что-то найти, и в итоге мне просто выдавались фотографии журналистов, которые просто в белой рубашке и в черных штанах, ну, в общем, которые, не знаю, все где-то в офисе или в издательских домах. Я такая думаю, ну, она же не будет так по улице ходить правильно, и поэтому я выбирала ей, ну, абсолютно другие наряды, и, опять-таки, повторюсь, у меня была вот эта ассоциация, что именно эти наряды прям вот показывают, что она журналистка. Ну что же, я могу сказать, что я осталась очень и очень довольна тем, что у меня в итоге получилось. Мне нравится и внешность персонажа, и ее стиль мне очень и очень сильно нравится. Я прям действительно в последнее время стараюсь очень и очень ответственно к этому подходить, создавать какие-то новые и интересные образы, и красивые образы. Я надеюсь, что у меня это получается. Если так и есть, то напишите в комментариях, мне будет очень интересно и приятно услышать ваше мнение. И, кстати говоря, если вы вдруг захотите скачать эту симочку, то дайте мне знать, то есть напишите об этом в комментариях, и я обязательно выложу ее на скачку и прикреплю ссылку в описании под этим видео. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий. Ну а с вами была Карина. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока, ребят. When I